боже мой, ой, я не могу, у меня такие лапки, как пушистики. Мы с Милюхой идем в зоомагазин. Кулаки, ручки дерутся, бывает. Здравствуйте. А он с чем там идет? Он с шипами? Да, с шипами. Ну, блин, собачка нежная, некрасивая с шипами. Да. Мы сами не хотим с шипами. Тоже прикольно. Так. Потом, смотри, есть вот такие еще. Вот, видишь? Это весь, есть вещи, где не вытаскивается. Вот тут покажи, где вытаскивается. Она побольше есть. Единственное, что для хомяка удобнее. Боже мой, я не могу, у меня такие лапки, как пушистики. Лапки. Уши и все. Пошли сюда. Мама, ты потрогай лапки, они просто как эти вообще. Шинчеленок маленький. Это что за порода? Американский кокер спаниель. Собаки не скучают хомяков. А мы знакомили хомяка с котятами. Подружили, друг друга целовались. Ой, что нельзя. Шлейки не хотите под цвет? О. А вот эти вкусняшки? Что там? Это зубочисточки. Так ложится? Он так всегда дома лежит. Ну и что ты так лег? Вываренные бульоны, вот это все. Мы брали одни, они пахнут, пахли шоколадом. Ой. Ты не будешь вот такой? Вот такой будешь? Конечно. Что, берем? Дайте нам 5 штук таких. Сейчас я тебе дам. Ой, все, теперь порвать. Что тебе? Еще, по-моему, другой вид таких есть, да? Это как ириска пахнет. Да, я ему вот такие беру. А чем они отличаются? Они не раз, это для очистки, те для белизны зубов. Чего ты теперь хочешь? Вкусняшку? И те по 200, да? Так, эти 200, да-да, одинаковые. Какие вам? Сейчас. Смотри, какая? Какая из них? Ну, они все похожи. Сладкое ты хочешь? Так, ну давайте нам, наверное, 7 таких штук. Вы сказали, вот эти для очистки, да? Или те? Они оба идут для очистки, ну, одни давайте для освежения дыхания, одни идут, получается, для белизны зубов. В принципе, вот они все так делают. Дайте нам 8. Это одну возьмем. Так, 8. 2. Ну все-таки ты такую будешь. Таком будешь? Нет. Так там сколько? Так, 8 этих. Это у вас длинности, да? Эти. Одну, да? Ну, что там какой-то вкус был? Это та же фирма, да? Да, ну это все. Ну-ка, иди сюда. Иди чуть-чуть такие с мяской. Кажется, такой же вкус, как тебе. Нет, это мне очень нравится. Не понравилось. Давайте вот это, а потом еще. И, смотри, Минюка любит рыбку. Он не кушал, он сейчас все будет просить. Что, вкусно? Рыбка вкусная, если хочется. Мы не успеваем привыкнуть. Ну, давайте нам две тогда. Мы попробуем, если хорошенькие, будем и все брать, да? Это что? Потому что а, тянулся? Да, ну и все в воде играют.
просто грызть картон. Что, большая она тебя? Большая? Хулиган. Прикольные эти свинки. Они еще хрюмкают. Я по себе что-то видела. Прикольно. Многие просто ради прикола там. Друг другу брали, но все видели. Ага. Классная вещь. Особенно кто в год свиньи родился и готов. Спасибо большое. Ладно, до свидания. До свидания. До свидания. Все, все, побежали. Побежали. Что мы у Муськи набрали? Что мы тебе купили? Куда ты пошел? Не сдайте. Идем мы в машину. Ну вот и все. Пришли мы в машину. Да, зайчик мой. Вот этим ребенком. Посмотрите, что я Вине купила сегодня. Так. Это значит, я купила ему капли от блох, от клещей. Сегодня я ему буду делать. И таблеточку от глистов. Я ему даю каждые 3 месяца. 3 месяца уже прошло. Еще мы накупили кучу вот таких вот вкусняшек. Посмотрите. Вот это с лососем. Все, миленький, уже не терпится. Все, забираешь. Посмотрим, как он их будет кушать. Что, не понравились? Не понравились? Вот что Милюка обожает. Вот это. Эти вкусняшки есть не во всех магазинах, поэтому мы рады, что их нашли здесь. Что мой ребенок теперь счастлив. Ну вот эти я не знаю. Что-то он их так неохотно кушает. Но вот эти он точно обожает, потому что они пахнут карамелью. Ах, прям запах такой вкусный, классный. Еще я взяла вот такую. Это одна и та же фирма. Они одинаковые. Ну, кажется, они даже ничем не отличаются, только запахом. Вот эти пахнут карамелью. Вот они. А вот этот запах какой-то уже такой специфический. Непонятно чем. Может, мясом. А вот это прям охота самой скушать. Ну что, поедем мы дальше. Я хотела купить Винику шампунь. Здесь нет. И мы хотели купить поводок с ошейником. Тоже не нашли нужный нам. Поэтому поехали мы дальше. Вот здесь выбор поводочков, ошейников, шлейк, да? А мы все выбираем. Думаем, что же нам взять. Минусика, иди сюда, стой. Заходи, сюда зайди. Пройди сюда. Пройди, подожди, посмотрим. Куда ты прыгаешь? Ты хулиган? Ты хулигантик? Вышли из зоомагазина. Что я взяла? Я взяла вот такой антибактериальный шампунь Винику. Будем его купать. Да, зайчик, мы это уже в другом зоомагазине. Потом взяла вот такой вот ошейничек, прикольненький. Хорошенький. Дома покажу один. Потом я взяла ему витаминчики. Полидекс. Вот такие вот. И косточку баранью. Будет дома грызть. На этом все. Больше ничего я не брала. Сейчас мы собираемся ехать домой.